Как говорить уверенным голосом, когда общаешься с незнакомыми людьми? Хороший вопрос. Но, во-первых, если нет тревоги при общении с незнакомыми людьми, то есть не колбасит, да, горло не сжимается, тогда, в общем-то, ваш голос должен быть спокойный, да, потому что у вас горло не сжимается. Если мы говорим о том, что вам немножко, может быть, сильное напряжение, может быть, не сильное напряжение, тогда в этом случае, конечно же, вам нужно в первую очередь убирать, опять же, тревогу, потому что вас тревога, она сбивает, да, она, вы не можете настроиться, вы не можете нормально говорить. В этом случае уверенный голос можно потренировать хотя бы дома. Вы выбираете, например, какое-нибудь видео какого-нибудь автора, не знаю, может быть, какой-нибудь фильм, который вам нравится, и вы видите, как человек разговаривает уверенным голосом, вы копируете его. Перед зеркалом говорите минут 5-10 в день достаточно, да, то есть вы тренируете свой голос. Задача в этот момент почувствовать, что ваши связки расслаблены, что ваша шея расслаблена. Вам нужно это прочувствовать. И потом стараться это также делать уже в реальном общении с безопасными людьми, да, это очень важно. Безопасные — это люди, ну, которые вам ничего не сделают, вы точно знаете. Это ваши знакомые, какие-то близкие, друзья, вы знаете, что они безопасны. Вы этот уверенный голос включаете там, да, и после этого вы уже включаете уверенный голос более-менее безопасными людьми, но которых вы тоже знаете. И только после этого можно уже переходить на уровень незнакомых людей. Но если, опять же, тревога включается, даже в этом случае, это говорит о том, что не сработает, к сожалению, ваша тренировка по голосу, вам нужно убирать тревогу.